привет. Сегодня в нашем обзоре будут такие маски. В данном случае это медицинская маска. Данный выпуск не реклама. Здесь просто хотел поделиться такой выгодной покупочкой в свое время. То есть, как вы знаете, перед именно пандемией цены были сильно на них накручены. То есть, по самой выгодной цене, что можно было купить там в 2020-м, ну и в начале 2021-го, там 20-25 рублей за одну медицинскую маску. Здесь же, вот недавно я увидел, как-то случайно зашел в магазин и удивился, то что там предлагалось купить одну маску по цене 2,5 рублей. При условии, что покупаю упаковочку из количества 50 штук. Вот здесь 50 масок, то есть если купить там одну где-то около 10 рублей, если не ошибаюсь. А если купить такую пачку, там получается по 2 рубля 50 копеек. Так, и что интересно, то есть из Китая по такой цене, разумеется, товар не купить, там на Алиэкспресс и так далее. Здесь они произведены именно в России. Вот я вижу Тюменский завод полимерных изделий. И прям да, сделаны они по ТУ, но при этом указано, что маска медицинская. То есть на китайских там писалось, что это не медицинская. Разумеется, не стерильная, но тем не менее маска медицинская, одноразовая, трехслойная. И давайте-ка мы... Ну, я купил там несколько, то есть по такой дешевой цене, ну, то есть я не ожидал. Я купил, кстати, 11 февраля 2021 года в магазине Бахрели. Это не реклама, то есть я просто делюсь опытом. Может быть, кто живет в городе Казани, кто-то успеет купить по выгодной цене. Там есть, останется. Но это не реклама. Может быть, и в других городах такая акция у этого магазина. Это я сказать не могу. Могу лишь сказать однозначно, что в Казани, то есть на момент покупки 11 февраля 2021 года такая цена была по акции. Собственно, так, давайте-ка мы посмотрим. Так, сейчас я распакую и посмотрим содержимое. Ну, взглянем на эту маску. Так, сейчас. Так, сейчас будем вскрывать упаковочку. Так, вторую упаковочку мы отложим сами. В принципе, она не нужна, они же аналогичные. Так, и сейчас аккуратненько. Так, вскроем данный пакетик. Вот. И возьму одну масочку. И посмотрим также изнутри. Такая у нас масочка. Так, соответственно, синей стороной наружу надо, а белой внутрь. При этом вот здесь в верхней части есть металлическая пластиночка, может быть даже это провод, мы посмотрим. То есть это крепится, то есть зажим для носа, чтобы маска держалась устойчиво. Трехслойная масочка, вот она так раскрывается. Вот, сейчас. Ну, стандартная масочка, то есть тут, понятное дело, сделано аккуратно. Выглядит презентабельно. Так. Ну и, соответственно, давайте мы разрежем и, соответственно, посмотрим. Ну, то есть маска трехслойная. Все это материал изготавливается из спанбонда. То есть это пластмасса. Можем сейчас вот разрезать и посмотреть эти слои. Так, сейчас. У нас такой некий слоёный пирог. Так, вот это верхний слой. Так, такого синеватого цвета, синий цвет. Вот. Видите? Это наружная сторона. Потом такая вот, видим, бумага. Похожа на фильтровальную бумагу. Она это уже идет не... Видите, как полимерный материал. Но это уже не спанбонд, только какой-то... Другой, какой-то фильтровальный, видимо, бумага. Так. Ну и тканый материал. То есть все-таки это полимерные... из полимерных материалов. Так, это второй слой и третий. Вот белый такой.
Это уже спаунбонд, видите, вот материал такой. Это пластмасса, полипропилен, то есть и получается такое волокно, как ткань напоминает. Ну и плюс вот, видите, это у нас непрозрачное, что-то похоже на бумагу. То есть, видимо, на фильтровальную бумагу похоже. Вот так вот у нас все это выглядит. Здесь у нас, так, вот где зажим для носа, мы сейчас посмотрим. Все-таки похоже, что это не металлическая пластина, а именно проволока. Сейчас мы посмотрим, вытащим это все дело. Так, ну давайте еще посередине. Так, сейчас. Да-да-да, я угадал, здесь идет вот такая вот проволока. А есть же проволока, зажим, то есть чтобы скручивать кабель, вот так можно вот там кабель, то есть это не металлическая пластина, а то есть вот такой некий зажим. Кстати, я как-то делал распаковку на такое, вот, из Китая, вот я помню, когда-то заказывала, вот такая есть проволока, так, покрытая винилом, да, которые, то есть, также используются в медицинских масках, так как, ну, пластина, видимо, не всегда удобна в производстве. Вот здесь такая бобина, они, то есть, отрезают нужное количество провода, проволоки, и, соответственно, уже вот эти полимерные слои, они запаиваются вместе, и получается вот такая маска. Причем, ну, то есть, очень дешево, то есть, это 2 рубля 50 копеек по акции. Но, разумеется, да, то есть, это не себестоимость, себестоимость гораздо меньше, то есть так как магазин убыток себе продавать не будет, это в любом случае. Все надежно. Вот, собственно, вот так. Ну, понравилось, то есть, в принципе, отлично, хорошее качество и цена по акции. Ну, не знаю. Напишите там в комментариях, сколько стоит медицинская маска на сегодняшний день в вашем городе, есть ли такие акции, или же у вас они все еще по огромной цене продаются. То есть, самое главное, заходить, то есть, даже бывает в магазинах, где цены высокие, бывает, проходят некоторые акции, и выгодную покупку также можно сделать. То есть, во всех магазинах есть свои акции, скидки, и нужно следить за этим. Но рад, что все-таки магазины проводят акции, что можно было купить по хорошей, привлекательной цене. Вот такая у нас масочка. Ну, вот я разобрал. Собственно, вот мы с вами разобрали маску внутренности, и сейчас, соответственно, данную маску также надену, чтобы вы могли посмотреть, как все это у нас, ну да, выглядит презентабельно. Одной рукой неудобно, но сейчас я подправлю. Сейчас. Одной рукой неудобно просто. Потому что одной рукой держу камеру. Так, у нас тут зажим для носа. Ну и, собственно, все нормально. Отличная медицинская маска, трехслойная, произведена в России, то есть это можно прям гордиться, что вот по такой цене можно изготовить маску. Но я помню еще до пандемии стоимость их составляла, ну там 3 или 4 рубля. Но в любом случае даже до этого цена была выше. А здесь наши производители постарались, чтобы произвести маску по выгодной цене, чтобы, как говорится, население, жители России могли себя защитить. И то есть им благодарен также магазину, что по выгодной цене можно купить такой вот товар. Опять же, повторюсь, пишите в комментариях, по какой цене на данный момент вы можете купить медицинскую маску в вашем городе, есть ли какие-то скидки в магазинах вашего города, да, на данный момент, или же у вас все еще идут завышенные цены. То есть это такая цена, я сказал, то есть в городе Казани на момент, то есть 11 февраля 2021 года. Потом цены могут измениться, акции могут закончиться, то есть видео, покупка была сделана именно в этот момент. Так, вот такой был обзорчик данной медицинской маски.
Подписывайтесь на мой канал, впереди много интересных видео, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых выпусков. Нажимайте на колокольчик, ставьте пальцы вверх, тем самым мотивируйте снимать новые видео. Всем желаю крепкого здоровья, всем удачи, всем пока!